Так, всем привет, с вами Дэрил Винтер, и мы продолжаем игру Dark Messiah. Это локация, как я понял, храм Рока. Храм Паука, извиняюсь. Там так было написано просто. Хотя на храмы не похоже. Тут вода. Давайте нырнем, что ли. О, сундук. Куда поплыла? Ягодный сок, рыбина, какой-то хлеб был. Ну, в общем, вся еда обычная. Так, погнали по-быренькому. О! А, я, кажется, понял, где мы находимся. Помните, там ловушка была в том проеме, где гоблины перед нами закрыли решетку. Вот здесь они закрыли. А здесь... ловушку на канатах перепрыгивал. Значит, получается, мы обходной путь наш. Ладно, ничего страшного. Тихо. Только не падай. О! Я, конечно, не понимаю, зачем здесь этот канат должен быть. Ну, попробуем. Ничего нет. А! Удобно. В принципе. Ну ладно. Погнали назад. Попробуем все пройти быстро и чисто. Так, это что такое? Дерево. Я думал, часть тела гоблина оторванная. Там вода, это хорошо. Тут никого нет. Придется прыгать, видимо. О, сразу до дна. О, что-то есть. Заслонка. Сейчас вода, наверное, стечет. Стоп, она набирается. Так, тут что-нибудь есть? Видимо, ничего. Печенки, чтобы моя стать сильной. Моя думать, твоя помощь, но как так? Не печенки? Орка, одна печенка. Твоя съесть пару чего-то другого. О-о-о, отлично, горите, горите. Куда пошел? Вот так-то анекдоты рассказывают, не проверяя дозор. Хотя мог и по-другому поступить, ну ладно. Главное, что они умерли быстро и чисто. Запасной щит будет. Целебное зелье, мана. Чё, кто-нибудь есть? Ага, гоблин. Гоблин, гоблин, гоблин. Хе-хе-хе, иди сюда. Ой-ой-ой, ну я хотя бы попытался. Попытался его поджарить, не попавшись сам. Давайте сохранимся.
человека! Твоя умирать! Иди сюда! Сдохни! Отстань! Спокойной ночи! Полиция, полиция! Отлично, двое мертвы. Иди сюда. Так. Весело у вас, да? А чё, они щит меня даже не пробили? А, пятерка. Пошел вон отсюда. Смысл держать щит, который с одним ударом уже сломается. О, выживший! Эй, ты! Пошел в жопу. Иди сюда. О, это я его контузил. Нифига себе. Все, прощай. Смотрите-ка, научился. Щитом надо по роже бить ему. Или во время удара прям. Что это такое? Какая-то штукенция была. Ладно. Сохранка. Ах ты, зараза. Не вовремя. Ух, ё. Без башки. Нифига себе. Так, сколько щитов? Хватит. Здесь ничего нету, наверное. Но я бы заглянул на эту опору. Нету тут ничего. И я зря залазил. Сколько там маны-то надо? Ладно, бутылка. Тут еще наверх можно залезть, походу. Да? Да. Только как? Это будет тяжело. Наверху пройти можно еще. С этой стороны я все осмотрел. Теперь стой. О, там табличка. Надо будет прочитать. Пустая. Я думал, масло будет. Надо будет на эти верхушки залезть и посмотреть. О, тут верх есть. Что написано? Верхняя часть храма. Сундук. Колчан. Целебное зелье. Надо бы начать целебное зелье тратить. Так как у меня их уже прилично накопилось. Ладно, крюк. И палец выкину. Я топором ни разу не пробовал. Боевой посох и посох отражения. Боевой посох выкину. Молот. А, нет, стоп. Кузнецкий молот мне понадобится. Если я кузницу найду. У меня же ведь два слитка разных.
Еще ключ какой-то. А, все вспомнил. От чего ключ? 4-4, нормально. Тоже наверх. Ясно, погнали. Опа, тупик. Значит, пойдем дальше. Вот, вот эти... Ах ты, зараза, закрыли. Тут наверняка остались гоблины. Которых я с радостью завалю. Если найду. Главное, чтобы ловушек не было. Эй, человека! Ух, еб, дед, сколько вас! Блин. Серьезно? Да вы все трупы. Не мучайся, я тебе помогу. Да вы шутите, откуда вас столько? А, он уже загорелся. Да что ж такое, я не то оружие беру. О! Идите-ка сюда. Обходи его! Отстань! Сдохни! Получай! Меня сейчас убьют. Ни хрена себе! Он сразу умер. Жесть. Так, чё? Ой, блин, не то. Верхняя часть храма. Я их сейчас столько убил уже. Заново сгорели, даже трупы сгорели. Вот еще один погорелец. Жаль, на эти колья максимум 3-4 можно монстра забить. Так, сохраняемся. Ловушка, что ли? Она красная, может здоровье стрелять? Надо об что-нибудь удариться. Ну или... О! У меня нету... паука. Ну, этой фигни. Стоп. Сначала осмотрись. Опа. Думай, а уже потом делай. Ха-ха. Но я первый раз как-то успел спрятаться. Не спрятаться, а этот. Отойти. Вот. Так. Точно не откроется? Нет. Стоп. Сначала осмотрись. Думай, а уже потом делай. Хоть какая-то от тебя польза, да, Сара? Уп. Так, чё тут? Огненные ловушки и полное исцеление. Спасибо, без тебя. Посох Властелина Огня. Так, отравляющий лук убрать. 6 к урону, если противник уязвим к огню. Где он? Нифига себе, у меня даже руки горят. Чё в сундуке? Свитки огненного шара. Короче, у меня сейчас этих огненных шаров дофига. Надо бы парочку потратить. Так, сохраняемся. Попробуем выйти отсюда. Тоже паука, да вы издеваетесь.
Ну ладно. Охранка. Блин, как же мощно. Крутит он им. Здесь что-нибудь есть? Нету ничего. Там тоже ничего нету. Так, вон там, наверное, проход есть. Наверное. Или нету. Тут что-нибудь есть? Тут нету ничего. А тут есть лестница. О, я что-то нашел. Я что-то нашел. Два гоблина. Помогите, его сейчас убить моя! Ха! Я, а как они меня? Опа. Что происходит? Что это? Ни хрена себе! Лук! В него стрелы не попадают. Офигеть! О, в башку попал. Еще раз. Три. Давайте считать, со скольки стрел убил. Мимо. Четыре. Пять. Блин, это надолго. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. О-о-о-о. Давай. Я просрал. Ладно. Два. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. На твоем бы месте я бы взял какой-нибудь камень. Семь. И метнул прямо в меня. Восемь. Девять. Да ты сдохнешь, нет? Девять. Десять. Только бы не промахнуться. А, против него эта фигня не действует. Я ведь прямо в глаз стрелял. Или действует. Потому что сейчас в глаз стрелял, вроде туда попал, но не попал. Я его завалил. Завалил? Нет, наверное. Добивать надо. Да чтоб тебя, что ты делаешь? Черт. Ладно. Похоже, нужно спуститься в этот момент и мечом ему треснуть. Как же тут спуститься-то? Отсюда только, наверное. Веревка была бы. Какая-нибудь. Так, сейчас надо попасть пару раз в глаз. Эй, ты. Да чтоб тебя. Чё ты танцуешь-то? Есть. Меч. Этот момент.
Да чтоб тебя! Добивай! Убил? Ну ни хрена себе, он все еще живой. Все, ты меня задолбал. Офигеть! Заклинание отлетело. Ты скотина. Все, надоел. Ой, блин, это капец больно. Сколько очков? Дайте очки. 2 очка. О, отлично. Так. Урон от ударов любым оружием повышается на 2 очка. Сила 2. У меня сила 1 будет. Фигово. Критический удар. 3 к урону и шанс нанести критический урон. Критический удар 2. Эльфийский лук. Ближний бой 3. Скрытность 3. Короче, вкачиваю критический удар. Вы серьезно? Мне надо сначала это докачать, чтобы это вкачать. Ну окей. Тогда вкачаю вот... Вот это вкачаю. Блин. Это трындец. Эх, а я надеялся на что-то лучшее. Ладно. Этот тролль... Или кого я убил-то? Этот циклоп. У меня не дал возможности обыскать комнаты с той стороны. Надо быстро осмотреть. Сохранка. А это что у нас за комната? Сразу ману восстановила. Я теперь знаю, что это за комната. Надо запомнить на будущее. А вдруг еще пригодятся? Так, нельзя. Нельзя. Это что, ящики? Тут ничего нет. Опять, наверное, ловушки. Даже рисковать не хочу, раз уже здесь столько крови. Я, правда, не знаю, какая здесь ловушка. Но, думаю, хорошая. Эти мелкие сопляки украли здесь все. Ну, подлецы. Ну-ка, сохранюсь и пройду. Нет здесь ни хрена. Хотя столько гоблинов полегло. Бедолаги. Мне вас даже немножко жаль. Немножко. Ладно, тут больше ничего нет. Еще можно проверить вот это место. Вау, не знал, что можно с лету цепляться за лестницу. Потрошители. Блин, у меня уже скоро места не будет хватать. Крыша отсюда. Ближний бой 3. 40. Ну давай. Это выкинуть, это одеть. Заклинание я оставил. Щиты на запас. Потрошители. Это они и были. Ладно. А! Зал кристалла и восстановите энергию храма. Понятно. Мне, значит, туда надо. Сохранка, мне надо кое-что сделать. У циклопа. Тут спуститься никак нельзя. Нет. Там просто решетка, ее по-любому можно открыть. Я отвечаю. Жаль, здесь нет короткого пути. Я бы спрыгнул. Хотя надо попробовать. Прям вот здесь. Пол жизни. Блин, плохо. Больше не буду так делать. Но мне же надо все-таки эти
припасы тратить. Да, все-таки у него такая толстая шкура. Потолок, наверное, такой. Да, я был прав. Это то самое место. Даже моя веревка сохранилась. Блин, можно было так циклопа убить. Ну или попытаться. Надо быть внимательнее. В том смысле, что столько фишек пропускаю. Вот это не уронить. Просто заранее осматривать локацию, оценивать ситуацию. И нападать. Ну что ж, пойдем в следующую комнату. Он так ходит, как будто чечётку отбивает. Погнали! О! Так. У меня когда загрузка идет. Веб-камера и видео приостанавливаются. Вот такие дела. А что такое? Это скелет, лук, колчан. Лук, наверное, обычный, да? Да. Ладно, быстренько посмотрим, что тут. Осторожнее, милый. Здесь орки. У меня есть гениальный план. Надо только... Осторожно, не упади. Здесь высоко. Да что ты? Тут есть фишечка. Стой на месте. Убит. Убью человека. Кстати, они, да, они сильные. О, минус один. Минус два. Третий убит. Четвертый убит. Опа, еще один. Откуда вы взялись? Вас там не было. Да, вас там не было. А может, это лучник? Все. Убит еще один. А вон тот еще живой. Эй, ты. Эй, ты! Красава, молодец! Ты круто сдох! Я ставлю тебе 5 по этот астронавтике. Вон какая прелесть лежит. Все, здесь всех завалили, я придрочился к этой игре. Очень хорошо даже. Тут ничего нету? Нет, тут ничего нету. Постой, Сарев. Нужно осмотреться. Опять ловушки? Хорошо. Хорошо, милая. Моя. Еще раз. Бам! Ну чё, так мало, что ли? Во! Э-э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 
О, это тот же лифт, который я видел, только он тоже не работает, что ли? Блин, прям... А, нет, работает. Ладно, я пока не буду подниматься. Чё тут надо? Найдите зал кристалл и восстановите подачу. Восстановите энергию храма. О, тайник! Солнышко, я тебя обожаю. Хоть ты и полудемон, или не демон, я не знаю, кто ты такая. Но я рад, что ты в моей голове. Первое время. Чё-то я часто сохраняюсь. Я другую кнопку хотел нажать, по сути. Что тут? Да ёшкин. Уйди отсюда. Кинжалы молний. О, 4 урона и плюс, если противник вызовет молнии. Кстати, требования низкие. 4 урона. Все, давайте что-то новое попробуем. Надоело одним и тем же бегать. Бедный Йорик. Я знал его, Горацио. Все, давай, до свидания. Че тут? Ничего? Змеиной кожи. Ладно. Сколько там? 32 минуты. Давайте на этом закончим. Всем, кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Дэрил Виндер. Всем пока.